Всем привет, подписчикам моего канала. Вот, сегодня в Вальберисе получил очередную посылку. Вот сейчас на балконе сижу, курю. Ну так, попиваю пивко после рабочей смены. Так вот, получил я посылку. То есть мой заказ. Вот. Видите, в сумочке стоит. Сейчас будем распаковывать. Посмотрим, что там. А там 6 бутылочек. Зачем я их купил? Ну, для определенного продукта, который я сам научился приготавливать. Ну, также купил несколько пакетиков, чтобы настаивать данный продукт. Вот. Давайте распакуем эти бутылочки. Там они, ну, как я видел в Вальберисе, они очень прикольные, даже с наклейками. Давайте посмотрим. Самому интересно. Так, вот сейчас происходит распаковка. Вот она коробка. Вот. Ну, кстати говоря, в Вальберисе тоже купил. Это сушки, ребята, это сушки. Сам не знаю, зачем купил. Ну, что-то мне как-то сушки понравились. Сейчас выставляю. Сейчас посмотрю, видно, не видно. Ой, не видно ни хрена, конечно же. Конечно же, ни хрена не видно. А вот так. Блин. Вот так видно. Так, вскрываем упаковку. Я все равно это видео снял. Ну, может попозже, но все равно бы снял. Так, открываем. Ящик Пандоры. Ух ты! Ребята! Сейчас покажу, упаковано вообще шикарно. О! Но это еще не все. Ну, тут в каждой бутылочке пробочка есть. Их тут 6 штук. 6 пробочек. Давайте посмотрим, как дальше будет дело обстоит. Так, вытаскиваем одну бутылочку. Так, она емкостью. Ноль пять. Пробочка подходит. Ой. Так. Ладно, не буду дальше завинчивать. Но самое главное, где-то мне обещали прикольные наклейки. Сейчас посмотрим. Там вообще чумовые наклейки. Так. Ладно, 6 бутылочек. Ну, это... Фу. Наклейка одна. Что-то не то. Скорее всего, меня да, больше ничего нет. Да. А там были наклейки с героями самогонщиков. Ну, на этом сайте.
прикольно. Где Никулин такой, это самый, с самогонным аппаратом держит этот самый, как его, шкалик. Ну да ладно. И то неплохо. Причем 6 бутылок и 2 наклейки. Ну, в принципе, в тех травах для настоек есть наклейки там. Ой, господи. Ребят. Ай, сейчас сяду. Вот. Есть там наклеечка там. Сейчас вспомню, что я купил. Бехеровка. Там, ну. Еще что я покупал. А, хреновуха там. То есть, в принципе... О, Аська присоединяется ко мне. Асюш, иди сюда. Оцени мою покупку. Вот. Ну, в принципе, так наклеить, настоять. Хотя я не думаю, что это пол-литра. Что-то как-то вот, что это не пол-литра емкости. Счет у меня хотя 0,5 стоит. Ну да ладно. Как всегда надрали. Просто пол-литра бутылки водки, она гораздо выше и так. Ладно. Главное, что пробка есть. А остальное. Все мелочи. Наклейки. Ну да. В принципе, тоже нормальная покупка. Будем гнать самогон, ребят. Он гораздо лучше, чем покупное. Вот. Я, конечно, не люблю тяжелое спиртное. Но и иногда для души. Надо. Тем более мне впереди 50 лет в августе исполнится. И день железнодорожника. Просто так. Ой, господи, старость, не радость. Ась, ты тоже офигела от моей покупки. Ну, все. Вот что хотел поведать. Ну, конечно, надрали с наклейками. Если посмотреть в Альберисе, какие наклейки там на банке будут. Ну, то есть, на эти бутылки. Меня это поприкололо. Ну, да ладно, господи. Главное, все дошло не разбитое, ничего. Вот. Вот что я хотел вам поведать. Бррр. Я понимаю, что ты как-то хочешь. А я хочу... Не знаю, чего хочу. Ну ладно, всем пока. До следующих встреч.